Приветствую. Значит, подписчик, а именно Ёж-то-Ёжный, решил защитить меня от излучений. А именно, при помощи венцов, которые он сам делает. И прислал мне посылку. Кстати, это первая посылка от подписчиков вообще, хотя уже, блин, активных там много ребят было, там додаты были и все на свете. Но вот посылка рядом впервые отправили. Кстати, она дымом так пропахлась, реально прям такой, как будто возле костра где-то лежала. И, кстати, пришла быстро. Я вообще думал, что из России посылка в Украину будет, да, наверное, год ехать. Да, реально прошел, по-моему, буквально неделю или две, я не помню сколько точно. Да. Это вообще, конечно, ее лучше вскрывать было бы, наверное, где-то на столе, нормально все это показать, но у меня такой стол сейчас засортый. То я думаю, на диване уже этим займусь. Как бы спасибо вообще Ежу, вообще от души просто. Да. Рябко Вячеслав. Я еще первый раз, когда пришел на почту, там очередь такая была, просто пипец. И получается, мне так повезло, я только ушел и дождь полил. Да. Блять, нихера себе запаковали-то, а? Ты посмотри. Вот так, вот, да, вот, Богдан Улащенко, ёпта, да. СССР, РСФСР, короче, Байкал, зеленый, ну, адрес не буду называть, да, Вячеслав Рябко, ёпта. Братишка мне прям из СССР посылку прислал. Кстати, разрешили ж тогда написать? Ничего себе. Молодец, браток. Блять, а что ж такое? Надо было нож поострее взять, это уже, короче, все. Сейчас буду 3 часа вскрывать посылку, походу. О, пошло, добро. Так. Кстати, я еще боялся, что хоть бы не заминировал. Ух ты, там еще что-то, кроме этого, кроме венца, еще что-то, смотрите. Да, я думал, хоть бы не заминировали ФСБшники там по дороге в конверт, но, как видите, не взорвался, жив-здоров. Так, ну тут вроде ничего такого интересного не пишут. Да. Так, вот, собственно, венец. Да, тут еще что-то. А что это такое тут? Блин, а пахнет как? Вообще. Такой какой-то... А что это такое? Я просто даже впервые... Что это? Малина, что ли? Вроде на малину похож. Блин, я просто... Блин, ну вроде малина, да? Ну да, вроде малина. Блин, братишка мне сушеную малину, что ли, еще прислать умудрился? Ну ты посмотри. А? О, а вот да, вот что-то, блядь. Во, ребята, все. Это типа вот так вот. Блин, а... Бля. Ну, братишка, говорю, что на шее можно носить. То есть я, если что, на шее буду, да, вот, чтобы меня как бы не ебашило. А такие, блин, я же таким ему присылал тогда размер головы, он сказал, слишком большой. Блин, я подумал, может, на туре я неправильно голову померил, а сейчас вот, как бы, видите. Ну да, видите, не хватает. Блин, я таки правильно померил, блин. Капец. И теперь он на башку мне не налезет. Ну, можно на шее носить, он на шее носит, он сам показывал. Во, и все, и как бы меня никакое излучение теперь бить не будет. Это очень здорово. Нет, правда, Ёж, вообще спасибо большое, очень приятно было, блин. Капец, прям вообще от души. Да еще и Ежу какой-то гостинец даже прислал. Ну, походу, малина, да, насколько я понимаю, сушеная. Я у него потом спрошу, сейчас в Телеграме напишу, что с ней делать, там, в чай добавлять или так хавать, или вообще что это. А может, это и не малина, может, я там что-то путаю. Ну, такой, да, нежданчик. Так что все, я теперь защищен. Если что, обращайтесь к нему, то есть он вам сделает, там размеры головы ему говорите, и он вам, короче, забабахает. Да. Такая вот тема. Ну, да, а звук, может быть, будет не очень, вы же извините, я просто на камеру пишу, а мне впадал микрофон там еще. Ну и, в принципе, главное, что все понятно, просто, может быть, какой-то там шум будет на фоне. Скажу, может, пару слов еще так, раз уж все равно записал ролик. То есть, да, там, как я и говорил, где-то в конце лета я создам уже как бы тот канал, который давно хотел. Потому что, ну, это страхопут, я же больше как по приколу сделал. Мне даже как-то интересно было, сколько будет просмотров, если вот как бы паранормальщину какую-то такую вот запилить. И, кстати,
Неплохо-то ведь получилось на самом деле, потому что не сказать, что я там как-то сильно впрягался в этот канал. Ну, реально, я только вот в самом начале взял там две рекламки буквально. Ну, просто чтобы совсем просмотров не было. Да, чтобы хоть кто-то меня смотрел, бо я же вам тогда его еще не скидывал. То есть все, как бы так я реально там особо им не занимался, уже 1600 подписчиков почти. И по просмотрам он реально даже преувеличивает мой Бодело Channel. То есть, хотя канал только вот полгода исполнилось, а он уже как бы круче, чем Бодело Channel. Да, вот вам яркий пример, да, вот просто тематику поменял. Причем, ну, тематика явно не моя, я ей особо там уже и не заморачиваюсь, и вот какие результаты. То есть, да, то есть это в конце лета я этот новый канал создам, там будет звук, кстати, я получше, я со звуком поработаю, там с микрофоном как бы, да, вот. Ну, там в основном будут всякие приколюшки, анимации, я буду очень сильно, то есть, я же на готики сначала, может быть, поделаю, потом я больше буду переходить на Гаррис Мод, и попутно там еще с разными программами, там есть проха, я забыл ее про название. Ну, кто в теме, тот поймет, а кто не в теме, ему, в принципе, оно похуй, да, как бы, я просто, правда, что-то забыл название. Ну, короче, ты можешь, допустим, сфотографировать предмет, и этот предмет потом закинуть в эту прогу, и там, ну, посредством разных манипуляций, в принципе, нехитрых манипуляций, да, ты можешь, короче, этот предмет, 3D-модельку его сделать, и добавить потом даже в тот же самый Гаррис Мод или еще какую-то программу, и делать там уже анимацию. То есть, даже можно себя сфоткать и сделать его модельку персонажа. Но это уже так, в далеком будущем, потому что это опять-таки время затратно, и то есть будем там уже смотреть, ну как бы в планах хоть что-то такое. Да. Вот. Ну а так приколюхи, насчет того, как будут выглядеть летсплеи, то есть, ну, блин, я еще пока что не знаю, там есть пара идей, и это будет даже уже, наверное, и не летсплей-то по сути. То есть, как бы вот. То есть такого, как я раньше делал, все равно уже не будет, чтобы вы понимали. Да. Вот. Ну, в целом, я думаю, что вам зайдет, в принципе, будет прикольно, как я сам это вижу. Ну, и что так еще добавить, то есть, в любом случае, то есть, даже если уже этот новый канал тоже там будет набирать как Бодело Channel, там ничего не получится, как бы, я думаю, что все равно анимации я время от времени делать буду при любых раскладах, то есть, потому что, ну, я с детства, я еще рассказывал часто на Бодело Channel, да, что я еще в самом детстве писал всякие истории в школе, потом продавал их Логотичу, там, однокласснику. Ну, мне всегда нравилось вот такие истории рассказывать, какие-то прикольчики, анимации, поэтому, правда, мне по душе, и поэтому, ну, как-то что не сложится, пока я буду жив, и пока будет более-менее какое-то свободное время, то я думаю, что стабильно все равно какие-то анимации, там, время от времени выпускать буду. Насчет остального, там уже, как бы, посмотрим, как Бог даст. Вот. Ну, в принципе, что еще говорить, наверное, больше нечего. Я вообще сначала подумал, что он мне какую-то наркоту прислал. Потому что такой пакетик, знаете, типа я так, ну, одним глазком, типа, блин, что это там, как-то, может, грибы какие-то галлюциногенные, думаю. Потом присмотрелся, вроде малина. Да. Ну вот, да, наверное, на этом все, в принципе, что тут говорили. Спасибо, я реально ежу. Теперь я, по крайней мере, защищен. Это дорогого стоит. Ежу, обращайтесь к нему, вы все, в принципе, знаете, где его найти. Да, я там еще ссылку оставлю под роликом. Ну, в принципе, вы все его и так знаете, наверное. То есть, да, он как бы вам сделает только за бабло. Но, правда, с баблом проблема, реально, я ему, он мне давал какие-то две своих карточки, что первую, как бы, я увожу, ну, этот перевод, типа, да, я увожу номер карты и два символа лишних, то есть, ну, просто не вбивается, и пишет, типа, некорректный номер. А через донат я ему скинул донат, короче, и он, типа, пропал этот донат. То есть, поэтому с денежным переводом реально могут быть проблемы, хотя, может, только у меня, но хотя, с другой стороны, я, ну, не один раз людям переводил деньги и в другие страны и так далее, но всегда все было без проблем. Вот, блин, с ежом что-то прям какая-то беда у меня случилась, сколько я не пробовал, ничего не получилось. Может, попытаюсь его отблагодарить, тоже какую-то посылку отправлю потом, правда, не знаю, что. Да, ну, в общем, посмотрим, да, вот. Ну все, да, спасибо ежу, короче, вообще, блин, правда, вот вообще ты мне настроение реально поднимаешь, я же говорю, вообще охуенный подписчик, как бы, блин, с самого начала. Ежу вообще такой, блин, позитивный очень чувак, очень интересный такой чувак. Да, побольше бы таких, как говорится. Что реально благодарочка, да, я теперь буду спать, да, ты же видишь, там даже спать хорошо. То есть, тем более, можно что там, да, рядом положить с кроватью, а все равно, что надо будет помогать. Или даже и на шею, в принципе. Хотя на шее, наверное, будет неудобно спать. Да. А еще он говорил то, что можно на яйца как-то прикрепить. Да, и потом шишка стоит 24 часа после этого. То есть, как бы вообще. То есть, ну, применение этой штуки реально очень много, поэтому рекомендую. Ну да, что-то я опять заговорился, короче, все, сейчас я. Я у него сейчас спрашиваю, что с этим делать. Может, там есть какое-то специальное применение, да? То есть,
Потому что так, что у меня в голову приходит, только в чай добавить, там, да, какой-то чай сделать. Так я даже не знаю, что с ней, честно говоря, делать. То есть я у него спрошу, может, там есть какое-то нормальное применение, правильное какое-то, вот. Да, все, все мои актуху, короче, там, ну, я же говорю, я потом в конце лета забабахаю канал, если меня еще кто-то ждет, если кому-то это еще, конечно, интересно, то я как бы еще появлюсь, ну, а там уже как оно получится, не получится, как пойдет, не пойдет. Так, дела у меня, в принципе, неплохо, довольно-таки, изучаю разные новые материи, так сказать, да. Что-то так пикнуло только что, я чуть не обосрался, если честно, что-то было, ну, ладно. Да, вот. А, ну и, кстати, круто, потому что, ну, реально, канал, я вообще не ожидал, что так до сих пор будет все, потому что, ну, я-то ушел, но я же реально уже сказал, то, что я не вернусь, а на канал все равно даже новые подписчики приходят, не то, что не отписываются, да, как бы активность еще неплохая, бабки, кстати говоря, даже до сих пор капают, причем, в принципе, ну, не намного меньше, чтобы вы понимали, чем когда я активно вел Бутылла Чеда, у меня реально там, ну, совсем на чуть-чуть больше бабла капало, чем сейчас, то есть, в принципе, еще и бабки продолжают капать там с рекламы. Да, вообще закачаешься, как бы. И ролик, да, ты, то есть ты пропал нахуй знает сколько времени, записываешь ролик, там, блядь, на черном фоне просто что-то пиздишь, и там у тебя по 600 просмотров, или сколько там, или 500 набрало, да, то есть, блин, нормально так, короче, да. Сейчас я даже не ожидал, что реально, блин, так меня долго еще, как бы, будут помнить. Это реально очень приятно, ну, его даже посылку прислали, то есть, ну, блин. Вообще очень приятно, поэтому, ну, надеюсь, что я вас как бы порадую потом в конце лета и что этот новый канал вам понравится. Ну, думаю, большинству он все-таки зайдет. Что-то мне так кажется. А там хуй знает, да. Ну ладно, все, да, всем спасибо, особенное спасибо Ежу, да, вообще, как бы, респект, уважуха. Аяктулху, да, ну, а, ну и на этот, на Бутылла Чеда, то есть, вы поняли, то есть, ну, если будут выходить ролики, то редко, это, возможно, будет вот такого вот, типа, обращения, там, либо, вот, допустим, то, что я заливал недавно, вот, те вот два ролика таких приколюхи маленьких, ну, ну, просто на новый канал оно бы не пошло, потому что там что-то как-то у меня с тем братишкой видос не очень получился в плане монтажа как-то, ну, задумывалось оно как-то так прикольненько, а получилось как получилось, да, а удалять было жалко, ну, думаю, залью так, чтобы совсем не пустовал канал, то есть, ну, так, может быть, там пару раз в месяц, его, вернее, в год я там что-то буду заливать такого вот типа, поэтому как бы, да, ну, большего тут, ну, как бы, как я же никогда не говори никогда, но я очень сомневаюсь, что когда-то я вернусь сюда и этот канал будет таким, как был, да, то есть, там, два летсплея параллельных мувы, то есть, ну, ну и вообще вряд ли я уже сюда так полноценно более-менее вернусь. Может быть сюда еще вот залью потом, если даст бог, уже в следующем году наконец-то, блять, я поеду в эту ебучую Швецию, на этот ебучий Рамштайн, который переносит уже не знаю который раз, то вот как бы сюда еще это залью, там какой-нибудь ролик. Ты же не уже заебались со своим коронавирусом, это просто пиздец. Да, ну будем надеяться, что хоть в следующем году наконец-то этот цирк закончится. Вот. Ну все, короче, да, удачи вашей сборной на Евро, там, да, короче, там все, аяктулху, я что-то никак попрощаться не могу, да. Все, всем пока, спасибо Ёж Таёжный, слава Байкалу, да, все, короче, респект, все, покидос.